Добрый вечер, Бельцы. Весело вам? Как настроение? Я хотел вас поздравить с Новым годом, с новым счастьем. И единственное, помимо того, которое ваши близкие желают вам, наша общая задача – задержать наше поколение дома и вернуть наших близких домой. С новым счастьем, с Новым годом, 2017 годом. Добрый вечер, Бельцы! Я вас не слышу! Дорогие друзья, я искренне хочу вас поздравить с наступающим 2016 годом. Вы знаете, что 2016 год для нас был очень тяжелый, но он нас всех сплотил и объединил. Я хочу, чтобы в 2017 году мы выполнили то, что не успели сделать в 2016. Все эти обещания, которые были сделаны, будут сделаны и в 2017. Я хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи, мирного неба над головой, позитивных эмоций, благополучного и душевного желания, и чтобы все было у вас хорошо. И чтоб Бельцы всегда, как был, есть и будет первым городом в республике. Я к вам приехал с Кишинева. В Кишиневе нет такого мероприятия. Оно все в Бельцах. И как говорит ваш примар, постепенно Бельцы, столица Молдавии, будут Бельцы. С праздником вас! Счастья, удачи и здоровья! Добрый вечер, Бельцы! Как настроение? Поздравляю вас с наступающим новым 2017 годом. Желаю вам всего самого наилучшего и счастья вашим детям, семьям, чтобы вам сопутствовала удача во всем и всегда. Мы вас благодарим за вашу поддержку, за ваше доверие. Мы вас не подведем и сделаем все, чтобы этот город с каждым годом был лучше и лучше. С Новым годом, Бельцы! Дорогие печани и гости нашего города, самую яркую, самую красивую, самую праздничную, самую новогоднюю столицу нашей страны с Новым годом! Осталось совсем немного времени до того момента, как мы перевернем страницу календаря. И я хотела бы пожелать, мы все вам этого желаем, чтобы этот Новый год был таким же плодотворным, был годом перемен, перемен к лучшему, счастья, добра, уюта и мира каждой семье, процветания и благополучия нашим родным Бельцам. С Новым годом, друзья! Добрый вечер, Бельцы! Дорогие друзья, всего лишь через несколько минут наступит новый 2017 год. Все мы с нетерпением и с волнением ждем этот праздник. Дарим друг другу подарки и загадываем желания. Все верно, Бельцы? Отлично. Чувствуя атмосферу добра, искренности и счастья, наши сердца раскрываются для светлых помыслов и каких-либо добрых побуждений. Эти побуждения вселяют в нас надежду. Я в это лично искренне верю. Каждый в эти нелегкие времена, скажем, в стране, думает в первую очередь о своей семье, о своих близких и родных, желает им счастья, им в первую очередь, и благополучия. В настоящем году, дорогие бельчане, мы с вами должны пройти немало задач, решить немало проблем. И мы должны помнить, что мы едины, что мы бельчане, и все вместе должны реализовать все эти задачи, выполнить все поставленные цели ради нас, ради благополучия наших детей, ради нашего города, родного города, ради всей страны в целом. Пора сказать своим близким и родным,
в эти считанные минуты самые теплые и искренние слова. Поблагодарить им, сказать спасибо за терпение, доброту, за поддержку и любовь. Ведь именно чем больше добра и любви будет в нас, тем сильнее и сплоченнее мы будем. А значит, и обязательно добьемся всех поставленных целей. С праздником вас, дорогие бельчане! С наступающим!